Всем привет, с вами Роман Раскольников, я играю в игру под названием Спор, и сегодня я попробую поиграть на этапе племя бесконечностей, то есть за разумную змею я буду играть. Так, давайте же приступим. К сожалению, к агрессии мы так и не спустились, хоть я и бегал специально. Пытался спуститься, и на дружелюбие не поднялись. Надо было все-таки на дружелюбие подняться. Ну ладно, в принципе, сойдет. Пошлите на этап племя. Так, вот и говорят, мне руки, ноги доступны, но я этого ничего устанавливать не буду. Так, значит, укус 3. Укус, блин. Укус 4, отлично, давайте укус 4. Было бы неплохо укус 5, но... Нет, давайте сначала я... Так, по мере поступления проблем. Так, во-первых, кокетство нам больше не нужно. Здоровье 5. Так, эту штуковину я убираю. Так, здоровье 5. Так, а... Ну, такая вот у нас своеобразная кобра, наверное, будет. Так, дальше, плевок. Кокетство, маскировка 4. Отлично, давайте мы маскировку 4 поставим. Так, дальше что мы делаем? Так. Дальше нам потребуется плевок. Плевок 5. Так, надо уменьшить, чтобы не мешался. Угу, а если я... Прибавлю вот так вот здоровье таким способом. Здоровье 5. Тоже 5. Ладно, я понял. Удар 3. Удар 4. Удар с разбега 4. Так, во-первых. Пускай будет у нас удар 4 хотя бы. Потому что мне придется вот все своими силами делать. Удар с разбега 4. Вот так вот немного мы эволюционируем. Так. Укус 3, блин. Ну давайте укус 4. Не очень подходящий, блин. Но мне вот так вот придется сражаться. Вот такая вот, такое вот у нас существо стало. Вот так вот мы эволюционируем. Пение нам не нужно. К сожалению, я арта получше не нашел. Надо было еще попутешествовать, поискать, но я, в принципе, этим не хочу заниматься просто. Так, ладно. В принципе, меня, наверное, это устраивает. Только если раскраску чуть поменять. Какую-нибудь другую. Во, вот это уже получше. Сойдет. А предупреждения не будет, то, что мне, типа, мол, руки обязательно нужно создать. В прошлый раз мне давали предупреждение. Ха! Палку ртом взял. Так, ладно, давайте перейдем на этап племя. Вроде бы мне там какое-то сообщение в прошлый раз вылазило, еще когда я первый раз проходил. То, что руки обязательно нужно приделать. Не, в принципе, это возможно, кстати.
О, кстати, Майк Вазовский. Это я его, кстати, создал. Так, и веганы тут у меня были где-то рядом. Так. В принципе, кстати, инструменты мы вроде как бы держать можем. Так, смотрим, что... нам не хватает пищи. Давайте добывать пищу. Так, ну мы тут долго будем, конечно, этим. Укротитель, летающая рыба. А что такое летающая рыба? Я вот это не знаю. Что это такое вот? А где летающая рыба? А вот и новое племя. Блин, племя хищников. Они, кстати, довольно-таки мощные ребята. Этих персонажей я создавал. Почему я против своих же персонажей играю? Почему у меня тут все из моих персонажей состоит? Кроме вот этого пацана. Почему у меня тут веганы ходят? Так, ну пищу мы вообще очень долго собираем. Ой, блин. Так, с ними мы, не знаю, сможем подружиться или нет. Так, короче. Намного проще будет, если мы будем сражаться с другими персонажами. Не, зря я, короче, взял змей. Надо все-таки персонажей без рук. Но не змей, они слишком медлительные. Да, очень медлительные мои персонажи. Так. Давайте, помогайте. А то тут моих друзей сейчас уничтожат. Пищу будем так вот добывать. Таким вот образом. Охотой. Ну, против животных, кстати, мы своими силами справляемся. Конечно, плохая идея была сделать разумных змей. Потому что очень уж медлительны они. Так, в общем-то, я чуть-чуть пищи собрал. Так, посмотрим. Дудочки можем сделать. Отлично. Все ясно. Готово. Так, и что теперь? Так. Всех вроде выбрал, да? Берите дудочки. Все дудочки взяли? Или нет? У нас кто-то рыбалкой занимается. Я же их не отправлял рыбачить. Так, давайте дружить. Я так понял, нам
лучше всего дружить. Нам нет выбора просто. Блин, вот пока мы дойдем-то. Так, вот мои ребята пришли уже. Не знаю, почему у меня так-то больше ребят должно быть. Почему-то их четыре, четверо только пришло, а должно быть шестеро. Так, давай еще дружить. Вы будете дружить, нет, а? Не на то я нажал просто. Так, хорошо, мы с вами друзья, да? Все-таки инструменты мы можем брать, использовать. А вот интересно, а что будет, если я даже рот им не сделаю? То как они будут инструменты брать? Как они будут питаться? Вот в чем вопрос. Новое племя. Надеюсь, оно к нам... Оно к нам враждебное. И это тоже враждебное. Блин! Как все плохо. Так, давайте я им подарок отправлю. Так. А как отменить вот это вот? А, все ясно. Так. А вы нам добывайте пищу. Так, я чуть-чуть раздобыл пищи. Так, давайте. Я построю трещотки. Так, отлично. Трещотки мне нужны будут для того, чтобы... Так, подождите. Ага. Так, идите берите трещотки. Так. Ты у нас пищу собираешь, да? Ну-ка, возьми-ка. Как мне сейчас заставить положить эту пищу обратно? Так. Ты дудочку берешь. Ты тоже дудочку берешь. И ты дудочку берешь. Давайте только быстрее. Сейчас попробуем подружиться. Так, либо с этими, либо с этими. До этих, я думаю, быстрее ползти. Так, все, да? Так, пошлите. В принципе, тут не так уж и далеко ползти, но ладно. Так, вот мы почти приползли. Точнее, уже вроде приползли. Сейчас посмотрим, как у них тут обстоят дела. Да блин, я не вижу ничего.
А почему дудочки-то, а? Я чё-то не понял, а почему дудочки-то? Я ж трещотки брал. Угу, трещоток у меня нет. Блин, ну чё за нафиг, а? Так, вот у меня обратно вернулись мои подчиненные, которых я отправил за трещотками. Так, давайте начнем концерт. Давайте быстрее, мы сейчас погибнем от голода. Не то случайно нашел. Этого достаточно. Давайте опять концерт устроим. Не то опять нажал. Но я думаю, этого достаточно, да? Так, все, задание я выполнил. Так. Еды я у них украсть не могу, к сожалению. Ладно. Пошлите добывать пищу. Так, что-то я не пойму, но... А, за мной увязались веганы. А, нет, они просто убежали куда-то. Ну, в принципе, неплохо. Убежали, так убежали. Так, тем временем я, кстати, 46 еды уже набрал, 47. Тут повезло то, что пища прям рядом растет. Пока они одно дерево собирают, в принципе, другое уже вырастет, вырасти успеет. О, кстати, а давайте мы ему подарим подарок. Раз он пришел к нам. Вот же зря вы напали. Он у нас еды хотел украсть, вы чё? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Так, давайте я построю. Так, и пускай у меня вот эти двое возьмут. Подождите. Все верно. А почему не можем подарок ему подарить? Они, блин, сами хотят со мной сражаться.
Так, давайте берите дудки. И мы идем дружиться с другим народом. Пока они тоже не решили на нас напасть. Я хотел вот с этим подружиться, но, блин, они с... Что? А, это дружелюбные. С этим я хотел, блин, подружиться. Это у нас кто? Не, это не мои. Ясно. Пошлите дружить. У меня что, они ползут? Вон ползут, смотрите. Так, вот, в принципе, мы уже почти приползли. Угу, дикие животные, блин, замечены. Давайте петь. Так, трещотки. Так, дудки. Опять эти дудки. Трещотки. Раз уже мы сюда пришли, давайте... снова устроим концерт. Отлично. Да блин, вот с теми придется, похоже, воевать. Они пытались у нас, блин, украсть еду, и при этом мы еще и виноваты остались. Ну, блин, а? Как так-то, а? Так, они к нам недовольны чему-то. Сейчас ко мне придут люди. Сейчас мы у него, короче, подарок возьмем, и я попробую преподнести дар вот этим вот людям. А потом попробую с ними подружиться. Но для начала надо поднакопить еще еды. Так, вот недавно к ним пришел мой посланник. Вот он, кстати. Он уже домой успел уползти. В общем-то, они стали к нам как бы нейтрально, поэтому я сразу высылаю своих ребят для того, чтобы сразу заключить с ними мир. А потом нужно как-нибудь вот с этими решить проблему. Тоже, скорее всего, придется им подарок отправлять. Даже два, наверное. Чтобы они стали к нам очень дружественными. Так, вот. А где все-то? Не понял, вы что там, застряли? Эй, я что-то не понял. Чё вы все тут стоите-то? Вы вообще-то концерт должны нашим товарищам устроить, чтобы они заключили с нами мир. А так медленно, блин, они ползают. Давайте заключать мир. Да. Мои еще подтягиваются, ребята.
Так, трещотки. К сожалению, у меня их только 3. А, нет, у меня трещотки 4. Так, мы же стояли все на местах. Почему мы опять переходим для того, чтобы сыграть тот же самый концерт? На меня напали, да? Давайте быстрее заключим мир. На меня тут пытаются напасть люди. Вы же не хотите, чтобы ваши товарищи погибли? Так, давайте сразу к ним, короче. Да. Это тупик, короче. Похоже, либо я успею к ним доползти и помириться с ними, либо мы проиграли игру. Хотя он тут фаднюху пытается сломать наши здания. Но нам еще ползти и ползти. Так, этот говнюк, короче, нам сломал трещотки. И у нас трещотки пропали, зашибись. Хотя бы давайте с ними мир установим. Мы вообще-то договорились на мир. Ну ладно. Вы сами захотели войны. Вы сами на нас напали, понятно? Сломали нам трещотки. Вы сами захотели с нами воевать. Так, не понял, а ты чё на нас-то напал, слышь ты? Отступаем. Давайте вот этих, блин, животных убьем, а то они нас так убьют. Куда мы расползаемся-то, а? Я что-то не понял. Что не так с игрой? Игра, что с тобой не так? Давайте разрушим их здание. Да, очень долго мы будем, конечно, их здание разрушать. Но они единственные, которые захотели с нами воевать. Поэтому так уж и быть, разнесем их здание. Так, мы почти их главное здание разрушили. Но они сами не захотели дружить. Они еще и на нас напали.
Так, все. А, мы... Это еще не все. Не понял. А, нет, это все уже. Ну, в принципе, на этом мы тогда закончим. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.